среду во дворе Московского 1 много служебных машин водоканала. И причем не только нашего, но и Черниговского. И пока идут подготовительные работы, мы пообщались с директором Славутического водоканала Константином Джалаляном. Сегодня мы производим плановое отключение от системы водоотведения, несколько ряд квартир. То есть сегодня будет отключено порядка 10 квартир. Общий долг населения на сегодняшний день с просрочкой более 3 месяцев составляет более 1 миллиона гривен. Отключаться квартиры как раз будут те, у которых задолженность более 3 месяцев. Но по факту выбраны квартиры, которые не платят 6 и более месяцев. То есть даже существует ряд квартир, которые должны за все 12 месяцев, за весь период нашего существования. О каких суммах идет речь, чтобы как бы жители понимали? Ну, суммы от 2000 и выше. Ну, хотя на сегодняшний день в городе существуют и должники за должностью более 10 тысяч гривен за 11 месяцев водоснабжения. А система отключения новая. К нам приехал Чернигов водоканал. Мы подписали с ними договор и будем пользоваться их услугами. Ежемесячно будем их приглашать для отключения квартир. Всех жителей города Славутича мы призываем своевременно, у кого есть долги, своевременно оплачивать услуги, а у кого есть долги, прийти и заключить договор реструктуризации. Это сделать достаточно несложно, и тогда проблем будет меньше. Предупреждения и уведомления должникам высылались с весны этого года. И вот теперь вполне конкретные работы. И, начиная со среды 8 августа, несколько славутических должников столкнутся с серьезными проблемами. И, что самое главное, дискомфортом. Причем специалисты по скоростному отключению должников теперь совсем рядом, в Чернигове. А вот ваш принцип или это ваша система, она как-то помогает Чернигове? Конечно, помогает. Очень эффективный метод борьбы с задолженностью. У нас работает этот барьер буквально года, в принципе, себя оправдал. Себя оправдал, да? Да. То есть фактически вы свою зарплату с помощью барьера, ну, грубо говоря, зарабатываете. Да? Ну, это грубо говоря, это... Так, может быть, не стоит создавать себе проблемы, а просто заплатить за использованную воду. Бесплатно пользоваться – это практически воровать. Подумайте, нужны вам эти проблемы? Тем более, что специалисты по отключению вас от стоков будут приезжать оперативно. Если вы вчера могли принять душ, помыть посуду, да и туалет – вещь необходимая, то лишить вас этих благ могут в течение получаса. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Вот, все. Папа, заплати за воду. А первый и полный выпуск новостей Славутича смотрите 11 августа в 19:00 и 21:00. Повтор 12 августа в 10:00 и 12:00.